Привет, мои любимые зрители. Давненько я не записывал пользовательские игры, и пришло время это исправить. Я оставил для вас напоследок самое сладкое, ну, я имею в виду на текущий момент. Это PUBG Wars. Очень популярная карта, она была очень популярна и в Варкрафте. А, я помню, мы в неё задротили. А, ну просто в эту карту играли, чтобы отдохнуть от доты. И теперь она появилась, ну, давно уже появилась, на Dota 2 Reborn. То есть ее уже практически довели до идеала. Она полностью рабочая, можно играть, хоть соревнования устраивать. По-моему, по ней уже делали соревнования по карте Green TD, может быть, до сих пор делают. Ой, не Green TD, извиняюсь, Легион TD, не путать. Так вот, в чем вся суть? Мы играем 5 на 5, нам нужно убивать друг друга. Мы играем с одной стороны, а враги наши на другой стороне. Я почему-то хост, хотя я не хостил эту карту, но, видимо, меня случайно выбрало лидером. А, нам предлагают выбрать героя. Давайте подумаем, кого же нам выбрать? Я выбираю Пуджа. Вот еще один плюс нового движка, то, что мы можем собрать свой сет. Понимаете? Вы купили, например, ДК Хук за 800 тысяч в секунду, миллиардов, триллионов. И можете во всех играх его использовать, в том числе на PUBG Wars. А, где? А, вначале нам выходит окошко с голосованием. Это еще один плюс нового движка. Голосование. Вот вы видите, люди голосуют. До скольких убийств мы играем? Давайте я выберу 100. Само собой, я не буду записывать все 100 убийств, потому что это очень долго, минут 30-40 уйдет. Я вам покажу минут 15-20 игры. Постараюсь рассказать все, что знаю. Здесь тоже нужно задротить в нее. Такая карта для задротов. Люди хотят до 50, но пускай выбирают. Мне все равно абсолютно. А что будет, если ровно, интересно? Нет, ровно не будет. Все, вот мы на одной стороне, враги на другой. Выбираем подсказки. У нас есть хук. Мы можем покупать за золото различные бафы, различные предметы. То есть мы можем прокачивать скорость хука, добавлять эффекты типа ультимейта. Самое популярное — это ультимейт Бладсикера. То есть вы поймали врага, на нем ульта Бладсикера. И чем дальше он летит, да, чем дольше летит, тем больше идет дамаги ему. Также можно купить варды. Они друг друга убивают, что ли? Ну, там можно денайдить, да, чтобы... Нет, братюнь, не помогайте. О, хорош! Молодцы, молодцы. И меня заденайдили. Денай. Так вот, здесь можно денайдить своих, когда у них мало здоровья. Можно спасать своих союзников. Но можно сделать проще. Потом у нас будут деньги, мы купим специальный хук. Я вам расскажу еще раз, говорю, про предметы. Мы все с вами рассмотрим. Зачем ты меня притянул? Люди, спасите. Ну. Отлично. Все, видите? Когда ваш союзник кидает хук, вы не просто стоите в носу ковыряете, а старайтесь под него встать, чтобы вас притянуло обратно на базу. Но, я еще раз говорю, мы сделаем умнее. Мы купим хук, который может цепляться. И мы будем цепляться за различные столбы и сможем возвращаться обратно. Ко мне, бейба. Отлично, во, заработал бабло. Побленция. Так вот, этот хук, это как скилл тини. То есть мы можем перекидывать любого пуджа на любого другого пуджа. Ну, как тини, короче, кидает. Он кидает ближайшую цель на любую другую. Все, я купил хук, смотрите. Мы это можем его просто использовать как предмет. С помощью этого хука мы можем притягивать себя именно, например, к столбам, к этой фигнюшке, типа, что это такое? У меня нет описания, к сожалению. Братюня, давай, вставай, братиша. Я притягиваю тебя, братюня, вставай. Да не тихо притягиваю. Пока у нас пуджи слабенькие, видите, очень мало бафов, очень мало эффектов. Давайте, помогайте, бейте его. Во, ну, нельзя опускать, нельзя, отлично. Можно купить, например, скорость атаки, можно купить баш какого-то у Спирит Брейкера. Мы с вами все купим. Сначала давайте накопим, ну, раз я вам показываю, как играет профессионал, ой, извиняюсь, как играет днище. Давайте мы начнем с имба бафа, еще раз говорю, это ультимейт Бладсикера, он стоит 650 монет. Начнем с него. Братюня, лети.
Вот видите, тот уже швыряет. Это вот скилл Тини. Вот он пытается себя притянуть. Давай, давай. Ну, люди, помогайте. Отлично. Во. Все, сейчас мы его 4 ствола. На. А я говорю, а можно, например... Ну, мы так и сделаем. Мы купим имба оружие, а потом будем собираться в атаку. То есть скорость атаки я сделаю, баши и так далее. Блин, никого не зацепил. Ну, что ж такое? Я же про. Кстати, здесь довольно часто играют люди с ДК-хуками. Не знаю, почему так... Может быть, им нравится. Почему я давно не делал обзор данной карты? Безусловно, я ее бил с самого начала, она находится в топе. Ну, потому что она мне еще в Варкрафте надоела, реально надоела. Но в нее можно пофаниться именно с друзьями, шикарно. То есть, собираете пати и фанитесь. Видите, они могли у нас поставить вард, да, и они видят, что здесь происходит. Поэтому здесь сложновато с этим. Давай, да, да, скорее всего, вард стоит. Во, хоста, у меня хоста, братюня. Ну, камон. Видите, все замедлены, а у меня быстрая атака. Да хоть кого-нибудь-то поймают, господи, я же прям про. Ну, давай, ну. Видите, они уворачиваются. Ну, по-любому, потому что у нас варды стоят. Да, да, это без вариантов. Также можно, вот он, видите, работает баф Бластсикера. Также можно купить себе увеличение скорости хука, увеличение дальности. Да что ж такое, что с моими хуками сегодня? Реально, я просто не купил абонемент. Все, покупаем за 650, вот она эта фигня. А, это у нас будет блат, баф Бластсикера. Вообще четкая тема. Еще раз говорю, не забывайте, чем дольше летит человек, тем больше идет дамаги. Давай. А, почти. Обычно не покупают варды. А может, нету вардов? Он, по идее, должен был отойти. Вот они, видите, много бафов пошло. Ко мне, братюня. Все, отлично. Мы купили основные вещи, да? А, первый хук, еще раз говорю, чтобы мы могли обратно возвращаться домой. Не получилось. А, и второй хук, это имба, чтобы дамажить очень сильно врагов. Теперь давайте посмотрим, что собирать дальше. А, это лапа Люкана. Она увеличивает скорость атаки. Можно ее купить, можно купить башен. Давайте купим лапу Люкана. 500 монет стоит, дороговато. Ну, посмотрим. О, отлично, отлично. Последний удар. Больно, больно, больно попочку. Но пока мы лидируем. У нас 4-2, кстати, нормально. Что у нас еще здесь есть? Можно, да, купить увеличение дамаги хука. Давайте тоже купим ее. Тотем. Это вообще я бы назвал по-другому. Это не тотем у нас, это баррикада. Мы можем ставить баррикады. Вот там баррикада стоит. Не знаю, почему называется тотем. Что за бред вообще? Ох, хорош, хорош. Не, я хотел, я прочитал, честно. Я изначально так хотел. А я вот не помню, какой предмет увеличивает дальность. Хука. Камон, бейба. Вот вы видите, он притянул, сам себя притянул. Обратно, чтобы вернуться домой. Камон, детка, ну! Да, видите, они все так делают. Кстати, когда притягиваешься, временно ломается строение, например, столб и так далее. Смотря куда ты притягиваешься. О, как далеко потянул, видите, да? Отлично. Хорошо, у нас есть дома хука. Что еще можно купить? Это у нас есть. Это, кстати, по-моему, здесь можно, насколько я помню, ставить мины Тещиса. Почти. Ладно, его притянули. Кто-то взял хосту, видите, все замедленно. Это у нас лайфстил, говно полное. Это у нас баш. Можно купить, кстати, тоже вард. Камон, камон. Ну давайте, давайте нагибать. Ну, где кто-нибудь? Ну-ка, возвращаемся обратно. Сломали, сломали, нет. Спасибо, братюня, спасибо. Вы видели, я хотел вернуться обратно, но кто-то сломал. Прям в последний момент сломали стол. Да что ж такое? Братиша, нет, не получилось, я промахнулся, ну. Давай, должен. Да что ж такое? Я же прям столб кидаю, реально какой-то бред. Ой, я кого-то убил, кстати, да? А, нет.
Да почему же он к столбу не цепляется, я не понимаю. Может, я криво кидаю? Я просто в новой версии не играл практически в эту карту. Ну, скорее всего, да, я криво кидаю. Но все равно, очень хорошо мы пробежались там. Почти убили второго, все очень хорошо прошло. Давай, братюня, пошли, пошли ко мне. Во, о, своего спас, вот вы видите, да, я так хотел. Именно так я и хотел. А, что у нас есть? Баррикада не будем, это у нас есть. Хорошо, копим дальше. Будем на башку пить. Боже, я кидаю, братиша. Ну, во, давай, давай. О, как меня расило. О. Нормально, ладно. Смотрите, у нас более-менее равные команды. Счет 17-18, уже 18-18, надо победить. Давайте еще раз быстренько пробегаемся. Видите, я еще много говорю, поэтому отвлекаюсь. Быстренько. Это у нас хилка. Это у нас суперхилка. Это вард. То есть мы просто ставим вард на базе врага и видим территорию. Давайте купим даже, чтобы поставить. Потом, что это? А, это типа разведывание, разведать, да. Раньше была такая тема, я помню, в Варкрафте, помню, была такая фишка. Можно было разведать территорию. Допустим, дальше. Я вам просто объясняю, еще раз говорю. Типа, просто мы смотрим, что за карта. А, первый предмет. Это у нас спел как у Тини, я уже говорил. Мы можем кидать или союзников, или врагов. А второй, это мы цепляемся за строение. Ну, типа... Так, подожди секундочку, я хочу кинуть хук профессиональный. Поймал? Нет, не знаю, вроде не поймал. А, второй хук, второй предмет это хук, он у нас уже есть. Мы цепляемся за столбы. Третий это лапа Люкана, давайте мы ее купим. Увеличивает скорость атаки. А, хорошо идет с башами. Нет, братюня, нет. Меня разорвали просто пополам. Потом... Идет лайфстил, вампиризм, потом идет баш, собственно говоря, и мины тычется. Почему никто не покупает? Ну это бомба, взрывчатка, взрывчатка тычется. Никто не покупает почему-то, не знаю почему. Дальше это ультимейт, это бластсикер у нас он есть. Потом увеличение дамага хука, это баррикада. И там книжки идут. Ну давай, о, поймал, поймал. Поймал плюху. Прокосил. Сейчас я прокосил, согласен. Вард, вард, ставим вард, братиша, как мне больно. Полетели со мной. Отлично. Вот вы видели, да? Просто зарешал. Скилл, 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 скилл. Да блин, сраная баррикада перебила все дела. Ну убейте его. Я, короче, вообще поймал неизвестно кого. Ну ладно. Хорошо, давайте тогда купим, наверное, сначала баш купим, потом уже скорость атаки. Ну, баш это чисто на удачу. Сейчас на меня кинет хук, да? А, да, успел. Ну, ладно, ладно, я ему поддался, слегонца. Пускай будет так, поддался. А, ну вот остаются у нас книжки. Можно увеличивать здоровье себе. Атака и так далее. Вот давайте будем увеличивать себе силу. Дамага. Вот, дамага. Точно, надо было сразу так сделать, чтобы огромная дамага была. Камон, бейба. Не поймал, ладно, допустим, бывает. Камон. Отлично. Хорошо, засейвил своего, чтобы он не мучился. Поймал кого-то, да? Я кого-то поймал. О, давай, давай, да, до этого. Все замедлено, отлично, все. Блин, засранцы. Так, 500 монет стоит лапа Люкана. Не, ну мне нужно показать скилл. Господи, я успел, полетели. Ко мне, поймал? Ну вот для чего вам нужен хук. Чтобы цепляться, я уже много раз показывал, да? Почти. По-моему, можно было увеличивать дальность хука, я не помню как. О, кто-то поймал золото, молодец. Братцы, я вам принес плюху. Ну, давайте, давайте, нельзя упустить вкусняшку эту. Вот поэтому нужно, видите, увеличивать дамаг.
Блин, прокосил, ну как же я мог прокосить-то? Да, вы дали? Какие махинации? Не, я своего спас. Лёль! Реально, прям, здесь надо продумывать каждый шаг. Просто каждый шаг продумывать. Фига у них хуки длинные. О, у него бомба. Осторожно, осторожно, братцы, нет. Вот у него бомба, видите? Что будет, если вы его притянете, и вас будет пятеро? Он взорвется и всех убьет. Поэтому будьте осторожны, не притягивайте к себе пуджа, у которого эффект типа как у маски Маднес. О, давай, сейчас... Ну, пес. Все, короче, мы теперь идем чисто по книгам. Давайте пойдем. Дамаг. Реально, да? Я хочу быть очень сильным пуджом. Два удара, три прихлопа. Больше нет этого хлопа. Хлопа. Что-то слово такое, ну ладно. Поехали в обратку, поехали. Отлично, отлично. Вот видите, он взял руну хосту, он быстро бегает, все остальные медленно. Это вот минус, это минус. Ох ты ж опять, да? Как же далеко меня кинуло. Полетели, братцы! Отлично. Однажды меня, думаю, убьют. Очень мало здоровья у меня. Давайте, друзья. Отлично, отлично, убили. Ну, убили. А, убили. Барьер, давай. В эту игру можно играть часами. Ну ладно, в принципе, я вам рассказал все, что можно, абсолютно. Я вам сказал, какие имбовейшие. В первую очередь, это наш хук, да, который цепляется за строение. Потом, самое главное имба, это ультимейт Бластсикера, вот он. Остальное уже по желанию, всякие баши. Баши, это, конечно, уже чисто на удачу. Полетела плюха, полетела. Давай, поймай мне, хлопец. Ну что ж такое? На, о, видали, да? Супер удар. Не поймал. Хорошо, идем дальше. Прокачиваться, качаем книги. Можно качать здоровье, это уже на ваше усмотрение. Прокачайте здоровье, купите хилку и все. И вас вообще будет невозможно убить. Никого не поймал, да? Ну что ж такое? Братец. О, как больно, ой, как больно. Почти. Ну ладно, все. Давайте я вам покажу, что у нас получилось в конце. Ну вот и все, в принципе, мы уже подходим к концу. Враги под конец обиделись, начали ливать. Кстати, да, я чуть вам не забыл сказать еще самое главное. Не забывайте, что все эти предметы... Так, тихо-тихо, меня убивают. Все предметы, их можно улучшать. Не забывайте это. То есть вы опять покупаете заново предмет, он улучшается. Например, ультимейт Бластсикер, он будет сильнее. Хук, который прицепляется, там будет меньше КД. То есть всегда улучшаете предметы. Например, лапа Люкана, да, она будет бить быстрее и так далее. Великолепная карта. Кстати, я занимаю первое место. 33 убийства. Ла-ла-ла-ла-ла.